Добрейшее утро, дорогие мои друзья! Просыпаемся! Нас ждут великие дела. Сегодня действительно очень много дел. Нам нужно съездить в Москву по одному делу. Потом нам вот сюда на рынок нужно. Я хочу помидоров купить. Потом нам нужно в Подольск. А потом уже домой снова? В общем, нам сегодня день езды. И очень много всего нужно сделать. И еще успеть поработать. Особенно вот по моей работе, которая у меня онлайн. В общем, всем хорошего настроения и хорошего дня. А, между прочим, мне Виталик уже поставил варить кофе. Что не может не радовать. Потому что я чувствовала этот запах. Себе-то он сварил. Думаю, это сейчас тишины ты меня, да, не нарушал? А он, ты что молчишь? У тебя что, тишины? Тогда надо молчать. В общем, все, доброе утро. Мы кофе сейчас выпьем, приведем себя в порядок и бегом. Цигель, цигель, алюлю, дел очень много. Посмотрите, вот ведь кому хорошо зовется. Вот ведь кому хорошо вообще беззаботненько зовется, да? Все. Моя самая сладкая девочка. Моя самая милая девочка. Вообще такая халюся. Все, доброе утро.